Матч судит судья первой категории Антон Мерзюк.
Добрый день, дорогие друзья. Итак, подошла самая заключительная фаза текущего сезона. Два решающих матча. Каустик Волгоград принимает на своей площадке Воронеж. Прямой конкурент в этом сезоне. Так, я прошу прощения. Дорогие друзья, я прошу прощения, небольшие заминки технические. Это нормально, мы уже к этому привыкли. Итак, Каустик принимает Воронеж. Решающий, два решающих поединка. Один сегодня, другой завтра. И самое ответственное, само собой. Борьба, ну, можно сказать, за... Да не можно, а так и есть, за первое место. Итак, по традиции, вслед за ведущим повторю состав играющих сегодня команд. Наши гости, они в черной форме. Это футбольный клуб «Воронеж». Номер один – голкипер Алексей Стельман. Шестой – Артемий Бондаренко. Девятый – Никита Филев. Четырнадцатый – Никита Орехин. Семнадцатый – Руслан Бухаров. Восемнадцатый – Владислав Бурдовой. 21-й Никита Палишев, 23-й Владимир Немцев, 24-й Никита Сибирев, 49-й Дмитрий Фролов, 66-й Павел Матвеев, 69-й, прошу прощения, Даниил Зорин, 90-й Евгений Грибков, 93-й Никита Болтанов, 94-й Иван Гусин и 95-й голкипер Денис Палик. Капитан команды Никита Орехин, главный тренер команды мастер спорта Алексей Доронкин, старший тренер, заслуженный тренер России Игорь Грицкий. И также в стартовом протоколе Сергей Андронов, врач и Илья Белков, пассажист наших гостей. И очень солидная группа поддержки из Воронежа. Первый раз в этом сезоне, вообще первый раз в высшей лиге мы ее наблюдаем. Такая активная и внушительная группа из другого города. Очень приятно. Наши тоже сегодня собрали полные трибуны, понятное дело, решающий матч. Это битва, это не просто матч. Собственно, как и завтра. Итак, Каустик, хозяева площадки, зеленый, полный, номер один, Никита Михайлов. Шестой, Алексей Косов, седьмой, Никита Ларин, девятый, Сергей Палащенко, 13-й, Станислав Токмаков, 22-й, Артем Веденский, 23-й, Даниил Галкин. 27-й Данила Иванов. И первый гол нашего ворота, 24-й номер, это Никита Сибирев. Итак, 27-й Данила Иванов, капитан команды, 40-й Антон Сабина, 41-й Дмитрий Черномашев, голкипер, 45-й Никита Самарский, 47-й Родион Леницкий, 73-й Данил Концов, 82-й голкипер Николай Сорокин, занял место, ворота 97-й Кирилл Кремнев, 99-й Денис Приказчиков. Главный тренер Рафаэль Самитов и тренер заслуженный мастер спорта Алексей Костыгов. События не стремительно развиваются, но игра уже с первых минут показывает, что напряжение будет не просто расти, оно будет лететь вверх, как ракета космическая. Счет 1-1. Третья минута сыграна. Четвертая минута. Иванов, Ларин, Палащенко, Кумаков, Кольцов. У нас на площадке Кирилл Кремнев. Очень сильный грохот. Это здорово. Болельщики активны, как и наши команды, так и команды гостей. Станислав Токмаков, 2-1. Мы вышли вперед. Воронеж вообще по одним только именам. Очень солидная, мощная команда.
парней видели в Суперлиге еще совсем недавно. Ну, также голкипер Алексей Стельман. Но он, по-моему, к нам приезжал еще года три назад. Поставили молодежную команду, но не Воронеж. В атаке гости. Евгений Грибков наносил удар, мастер спорта. И, кстати, он не единственный мастер в составе гостей. Также Денис Палихов, Дмитрий Фролов, Руфат Мухтаров и Никита Орехин. Но у нас, как вы знаете, трое. Николай Сорокин, Никита Самарский, Алексей Косов. Точный в угол. 5 минут. Сыгран. Руфат Мухтаров. Я прошу прощения, у нас получается какие-то технические заминки. Не очень хорошо работает техника. Когда я сам себя слышу в повторе. Но вот так получается. Галстук в атаке. Стас Трубков 3-3. Очень классная атмосфера. Давно такого не было. Именно в хоккей молодежном. Высшая лига вообще сама своеобразная. Есть проходные матчи. А есть и жесткие. По нокауту, по напряжению. Вот такие, как сегодня. Но сегодня борьба за выход в Суперлигу. 4-3 впереди Воронеж. Это Евгений Грибков. Надо ответить за прошлый мячом. Ахматов, Иванов. Вот эту троицу мы часто видели в последних играх сезона. Она как ударная. Но когда я у Рафаэля Самитова спросил, так как бы новая связка, он сказал, играют те, кто здоров. Пенальти. Алексей Стельман, Данил Кольцов. 4-4. 7-я минута. Данил Кольцов сравнял, но мы пока все время в роли догоняющих. Это не очень нравится. И болельщикам, я думаю, и самим игрокам. Есть возможность, нет уже возможности. Воронеж в атаке. И 24 номер Никита Сибирев перестарался. Не попал в ворот, хотя просто здорово. Ларин, Иванов, Косаков, Леша, Косаков на площадке. Потом с мячом, что будет делать. Но Леша всегда делает что-то умное, но его меняет Сергей Палащенко. Что-то увидел арбитр.
Патрона. Что придумают? Матвей пробирался щегерями сквозь оборонительные редуты Каустика. Но это сложно. Мяч в наших гостях. Так продолжается Фролов. Сыграл с партнером немц. И мяч сетки. Четыре мы проигрываем. И атака наша команда. Токмаков, Палащенко. Ну так ошибаться не надо. Данил Иванов, капитан, поправил ошибки своих партнеров. Палащенко, Кривнев, Иванов. А кто забьет, забьет, забьет Стас Токмаков. 5-5. Эффектно. Элегантно, я бы сказал, хорошо. Но гости тоже отвечают результативно. В большинстве случаев. Одни из лидеров в течение всего сезона. Ну, собственно, как и Каустик. Ну, календарь так построен, что Каустик как-то шел с убережением графика. Всегда на 2-4 матча было больше, чем ближайший конкурент. И снова Владимир Немцев. 5-6, 11-я минута. А наша атака не реализована. Увы, есть еще возможность у гостей. Возможность надо использовать. Долганов, Немцев, Матвеев, также Фролов, Гурдовой и Мухтар. Площадка у нас соперника. Голкипер Алексей Стель. Понятно, само собой. Там раньше был свисток. Мяч останется в гости. 12-я минута. 5-6. Впереди Воронеж. Вообще воронежские болельщики, гости всегда были нашими хорошими друзьями. Я еще по фанатам Ротора могу сказать. Они к нам приезжают, что мы к ним всегда теплый прием. И на раз очень теплый. Но я думаю, все поняли. Не арестовали гости, однако надо теперь нам ответить. Косаков, Иванов, Токмаков. Данил Галкин появился в центре. А Косова поменял Палащенко. Вот с мячом. Токмаков, Палащенко. На Иванова. Браво, браво, Данил. Шикарный бросок. И шикарный гол. 6-6. Действительно, атмосферно на коленах до предела. Гости в атаке, немцы, Фролов там, свисток арбитра. Thank you.
Первую замену гости произвели. И они продолжают атаку. Фролов идет борьбу с Алексеем Косоговым. Немцы. И потери у гостей. Есть возможность у нашей команды. Данил Кольцов побегает 1-1. Данил, надо забить. Он это делает очень здорово. 7-6 выше. Вперед, плюс один. И Нина Филёвна. Филёв борьбу с Данилом Галкиным. Мяч у гостей. Фролов немцев. Девятый. Филёв. Снова немцев. Никита Ларин. Караулины. И снова потеря у гостей. Но нет, не потеря. Еще ударение будет. Никита Ларин. Отправиться на 2 минуты. Мы в меньшинстве. 2 минуты. Это ничего страшного абсолютно. Учитывая, что в меньшинстве сглазит и забивает больше, чем когда играет в большинстве. Краузки, да. Я тоже присоединяюсь. Я бы с удовольствием покричал вместе с болельщиками. Но я думаю, меня неправильно поймут, если я начну орать микрофон. Продолжается атака гостей. Грибков, Сидорев. Затянулось, можно сказать. И был бросок, и был свисток. Передача. Реализовали, довели до ума. 7-7. Хотя было ограничено. Затянули атаку. И у нас пустые ворота, надо внимать. Но это, я думаю, игроки-то сами понимают. Но всегда я это повторяю. Когда в большинстве лишний полевой игрок. Место вратаря. Все Данил Иванов правильно сделал, но еще более правильно сделал Алексей Стельмов. 7-7. Атака не реализована. Вперед, вперед идут гости. И чуть меньше полминуты они еще будут иметь на одного игрока больше на площадке. Филев, Грибков, снова Филев, Арефин. Что-то держится за ногу Никита Орехов. По лицу было видно, упал. Я думаю, потребуется медицинская помощь. Показывает судья, чтобы подбежал врач. Мы будем надеяться, что ничего серьезного. Травма — это очень неприятно. Я на каждой трансляции говорю, независимо, кто ее получает. Игрок нашей команды или игрок команды соперников. Мы всегда желаем, чтобы не получал никто. Есть такие очень неприятные, вы сами знаете. Господин Савицкий полтора года восстанавливался в отличие. Гитаре надо бы пока наступать, не может, я вижу. Сейчас заморозит, а там увидим, продолжит он игру или нет. Конечно, это будет очень большой минус для наших соперников. Если опытнейший, причем капитан команды Воронежа Гитаре, покинет игру. 34 года он отпраздновал в октябре, в атаке наши соперники. Матвеев, Сидорев.
раз Токмаков появился на площадке, а ворота Дмитрича намажутся. И получил он первый гол в этой игре. 7-8. 15-0 сыграли. Какой бросок, а? Стас Токмаков. Он разыгрался в этом сезоне, Стас. Прям очень здорово разыгрался. Конечно, бывает, засыпает в какой-то игре, как правило, выдает хорошую игру, результатив. Пенальти в наши ворота, так Дмитрий Черномаш. Не было парирования в этом сезоне, на моей памяти, по крайней мере. И на этот раз не повезло. Павел Матвеев полностью переиграл нашего голкипера, вывел ворота вперед, 9-8, 17-я минута матча. Я уже говорил, Никита Михайлов в этом сезоне перехватил планку специалиста по пенальти у Димы Черномашинца. Иванов Ларин, Никитос! Никитос забил, 9-9. Филев, Матвеев, Грибков. Ну, вы сами все видели. Евгений Грибков просто расстрелял в упор нашего голкипера, вывел снова свою команду вперед, 9-10. Там Сергей Палаченко результативно отвечает. Слева вижу Сергея, поддерживают его главная болельщица. И очень активно. Я думаю, его это окрыляет. 10-10, 18-й. Минута закончилась. Атаки гости. Матвеев, Грибков. Снова Матвеев. Филев. Семнадцатый номер, это Владислав Мутанов. Никита Филев оказался на паркете. Стоим. Это Юрий Борисович Кушнарев, наш ведущий. В своем духе, в своем умении заряжать публику. Арбитр руку поднял, ворочится, бросит, пора. Нет, у них потеря, однако не реализовано будет 10-10. И потеря у нас. Я бы сказал. Можно было повнимательнее, я думаю, Рафаэль Назимович в перерыве укажет на подобную спешку и ошибки, которые к этому приводят, к которым она приводит. Снова гости в атаке. 94-й номер Иван Бусин и Дмитрий Черномаш. Аплодисменты, Каусичка, вперед, Данил Иванов. Какой бросок, а? Нижнюю паутину, можно сказать, снял. Теперь Каусик впереди, 11-10. 20-я минута первого тайма. 20-я минута матча. Как качели игра идет. Плюс один, минус один. Плюс один, минус один. Причем как и для тех, так и для других. Гости в атаке. Матвеев. И пустили Грибков. Бусин. Какую борьбу с ним Данил Галкин ведет. Так бы, наверное, затолкал на своих ворот. Грибков, снова Бусин, Матвеев. Гол великолепный. Великолепный гол. 90-й номер, это Евгений Грибков. Сравнял счет. И тут же Данил Иванов. 12-1. Наш капитан. Самый рыжий капитан. Домой клик и вышел.
высшей суперлиги. Рыжий, значит, опыт. Я думаю, примерно Анатолий Чубайс только говорит об этом очень широко. Но я шучу, конечно, гости в атаке. Иван Бусин или Бусейн, вот я не знаю, как правильно. Так что, если называю неправильно, пожалуйста, не надо обижаться. Снова Данила Иванов, 13-1, впереди плюс 2. Тайм-аут берут наши гости. Алексей Дорожкин. Музыкальная пауза. Самый первый оборачивает, даже я уже пропустил одну атаку нашей команды.
атаке Матвеев. Грибков. Свисток арбитра. Долганов, Грибков. Арбитр руку поднял. Третья передача. Четыре передачи и бросок. После того, как арбитр поднял руку. 25 минут сыграно. Первом тайме у нас Кирилл Кремнев отдыхается на спортивный перекур, на штрафной перекур. Две минуты. Мы в меньшинстве, ворота соответственно в большинстве. Вы сами все видели, Данил Зорин реализует первый раз это большинство еще. Больше полутора минут. Кстати, до этого, когда наш удалялся, тот промежуток наши гости реализовали довольно хорошо. Два мяча, по-моему, забили, не пропустили. 15-14. Денис Прикачев появился на площадке. О чем-то поговорил с Данилом Ивановым очень быстро. Прикачев, Палащенко. Какая атака, Данил Иванов завершал ее и завершил точно. 16-14. Ну красавцы, что еще добавить? На такое смотреть одно удовольствие. Какой перехват, ошибка наших гостей. Иванов выходит один на один и блестяще реализует свой выпад. 17-14, плюс 3, первый раз в игре. Галстук повел в счете плюс 3. Но обольщаться, конечно, ни в коем случае нельзя. Сегодня очень серьезный соперник, серьезнейший. И тоже команда рвется в Суперлигу. Если мы впервые в истории в прошлом году оттуда вылетели, то Воронеж нельзя назвать завсегдатаем высшего дивизиона. Команда играла, но давно. И без особых успехов. Еще одно удаление нашей команды. Чудо-мило недоумевает Данил Галкин. И 7 секунд у нас будет даже 4 игрока. Секунд на реализацию двойного большинства у России. Потом все равно будет надо больше. Филев, Зорина, потом ворота. 17-15. И у нас пустые ворота. Разыграть нижнего полевого игрока. Кольцов, Прикачев, Палащенко, Иванов, Ларин и Кремнев на площадке. И нет вратаря. Только не ошибаться сейчас. Иванов. Прикачев. Снова Иванов. Ларин. И какая атака снова! Это просто! Я не знаю, как назвать. Здорово, здорово. Ну, красота. Воронеж также ответил. 18-16. Но какие сегодня мячи заброшены, а? Я имею в виду не концовку, не сам выстрел, а его подготовку к выстрелу, саму атаку. Уже можно сказать, молодцы. Вот за такую игру. Тайм-аут вперед, Рафаэль Самин. Ну что, снова слушаем какую-нибудь музыку.
принципе-то все сделал здорово, но чуть-чуть не хватило удачи. Костя тут же быстро бегут вперед и свою атаку доводит до ума, и не до долгана. 18-17. В полном составе наша команда, минута до перерыва, плюс один. Еще. Балашников, Приказчиков. Два недавних партнера по молодежке, теперь партнеры по основной команде. Иванов. Варин, Никита там ведет борьбу, его не пускает в площадку, в штрафную. Балашенко, ах, только не ошибаться. Иванов, Приказчиков, арбитр поднял руку. Бросай на удачу, кто-нибудь бросай. Все, отдадут сейчас мяч. Нет. Мяч останется у нас, в принципе. Передачи и бросают. Нет. Даже передачи не было. Кирилл Кремнев, конечно, попытался обмануть. И попытался здорово, но аплодисмент Алексея Стельмана. Дорогие друзья, у нас перерыв 18-17. После первого тайма выигрывает Волгоград. Отдохнем и вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем прямую трансляцию первого матча заключительного тура чемпионата российской команды высшей лиги «Каустик» на своей площадке. Принимает гандбольный клуб «Воронеж». Понятное дело, из одноименного города. Я повторю составы играющих команд сегодня. Наши гости, они в черной форме. Итак, номер один вратарь Алексей Стельмах. Он отыграл весь первый тайм. 6-й Артемий Бондаренко, 9-й Никита Филев, 14-й Никита Арефин, капитан команды, к сожалению, получил в первом тайме травму. И я сейчас в перерыве видел, не продолжит он, скорее всего, уже сегодня точно играть.
Желаем ему здоровья. 17 номер Руфат Мухтаров, 18 Владислав Гуртовой, 21 Никита Палишев, 23 Владимир Немцев, 24 Никита Сибирев, 49 Дмитрий Фролов, 66 Павел Матвеев, 69 Даниил Зорин, 90 Евгений Грибков, 93 Никита Долганов, 94 Иван Гусин, 95 голкипер Денис Паликов. Он сейчас в воротах. Главный тренер наших соперников, мастер спорта Алексей Доронкин. Старший тренер, заслуженный тренер России Игорь Грицких. И также врач Сергей Андронов и Илья Белкин, массажист. Это команда наших гостей. 19-17 выигрывает Каустик и идет вперед. Итак, Каустик номер один, Никита Михайлов. 6-й Алексей Косов, 7-й Никита Ларин. 9-й Сергей Палащин. 13-й Станислав Кумаков, 2-й Артем Бединский, 2-й Евгений Галкин, 8-й Данил Иванов, капитан команды Сергей Антон Сабина, 41-й Галкин, 2-й Чернобыль, 45-й Никита Самарский, 47-й Родион Мирович, 73-й Данил Кольцов, 62-й Галкин, Николай Сорокин, оборона, 97-й Кирилл Крипер, 93-й Сбрикащик. Главный тренер Рафаэль Савинов, тренер заслуженный мастер спорта Алексей Костыков. 20-17, как довольно стремительно начали развиваться события во втором тайме. Две атаки у нас реализованы, Воронеж пока ничем не ответил, он с мячом. Матвеев, Грибков. И потеря у наших гостей, Косаков. Атака получится, Кремнев, Малащенко. Ну, Серега, сделай что-нибудь, отдал назад Стасу Токмакову. Кирилл Кремнев, надо забить. Аплодисменты Денису Паликову. Атака не реализована. Счет по-прежнему 27-17. Плюс 3 в нашу пользу. Поэтому это министр для Воронежа. У Воронежа сегодня активная, очень активная группа поддержки. Это здорово, я в первом тайме говорил, я еще тех пор, когда приезжал Ставропольский Виктор. Вот такой активной поддержки, так сказать, за последние года три. Не будем брать всю историю. Понятное дело, мы приезжали разные команды, разные большие, маленькие поддержки. Сегодня самое ключевое за весь сезон Воронежа. Респектный большой. Факел, что с ротором, когда играет, приезжает очень активный сектор фанатский из Воронежа. Что сегодня на Гордоле пойдет Воронеж. Воронеж забивает 20-17, 4-я минута второго тайма. Иванов, Гребнев, Макос, Сидорбин. Палащенко, Макос. Старался не
попал в ворота, идет Каус вперед, Данила Иванов на Артема Веденского. Артем! Артем Боржота, 22-18. Плюс 4, это было тоже первый раз в игре. И тайм-аут послужило взять тайм-аут Алексею Доронкину. Главный тренер Воронежа взял минуту на раздумье. Тайм-аут. Продолжаем игру. Посовещались игроки. Внесли свои коррективы тренеры. Шестая минута второго тайма. 22-18. Воронеж идет вперед. Грибков, Сибирев, Фролов, Матвеев. Ведет борьбу с Кириллом Кремнем. Не выигрывает ее. Атака продолжается. Сергей Павлов, это Токмаков Стас перехватил, но убежать не получилось. Атака быстрая, Артем Веденский чуть-чуть не везет. И чуть-чуть аплодисменты Денису Палику. Могли сделать плюс 5, а это был уже такой маленький-маленький бальзамчик. Плюс 4, это еще ни о чем. Это приятно, это здорово. Но ни о чем это не говорит. Это мало. Тем более еще играть и играть. Практически тайм. 6 минут сыграно. В втором тайме. Атака Воронежа снова неудачная. Левицкий, Веденский. И плюс 5. 23-18. Седьмая минута. 23-18. Артем Веденский увеличил разрыв. Гости в атаке. Филев пытается там прорваться сквозь Стаса Токмакова и Кирилла Кремнева. Здесь шансов не много. Парни такие по фактуре. Грибков что, потерял? Нет. Мяч гостей остается. 26 минут. Филев. Сорокин очень удачно защищает угол, опытнейший опять же Коля Сорокин. Атака не реализована, есть у нас возможность. Плюс 5 не ведем. Чем-то недоволен Рафаэль Санников. И потеря на голом месте. Забьет Владимир Немцев. Аплодисменты Николая Сорокина. Роняет там Сергея Палашенко. Да, вот этот счет минус 5, конечно, сказывается отсутствие капитана нашей гостини Митарефина. Парень 89-го года рождения.
35-я минута второго тайма, 24-18. Выигрывает хозяева площадки. Теперь мы в гости. Грибков, Филев, Гусин. Забивают Воронеж. Такая длинная у них была засуха. Это Никита Сибирев. 24-19. Сокращает разрыв до минус 5 для своей команды в атаке Каусти. Приказчик. Браво, Денис. Браво. 25-19. Расстроилась немного игра у наших соперников. Второй тайм я пока не устаю, ворот. Если в первом тайме они действительно делали, то вот эта 10-минутка, они пока что-то пытаются сделать. Филев, Грибков. Арбитр свист. Но все равно аплодисменты Николай Сорокин. Такой коварный бросок был, что аж шнурки развязались. Голкипер. Бывает. Ну что ж, вы сами все видели. Это Никита Филев. 25-20. Воронеж скандирует: мы приехали, чтобы победить, но любая команда приезжает побеждать, это понятно. Но позволит ли это сделать хозяева? Вот в чем вопрос. Быть или не быть в атаке хозяева, приказчиков. Самарский Никита появился на площадке. Еще один наш опытный ветеран. Наряду с Косовым и Сорокиным. Кремнев, надо забить. Что делает здорово Кирилл Кремнев. 26-20, 11 минута. Плюс 6, удерживаем темп, удерживаем разницу. И неудачная атака у наших соперников. 26-20, счет прежний. Плюс 6. Атаки Каустин. 12-я минута второго тайма. 26-20. Выигрывает Каустин. 20. Нет, не получится 27-20. От штанги штангой. Бросал ворота Данила Иванов, но не забил. Воронеж ответил. 26-21. Это Никита Филев. Кто не присоединился к нашей трансляции, я настоятельно рекомендую. Начинается самое горячее, самый горячий отрезок. Хозяева идут вперед. Приказчиков Иванов. Самарский. Ну, что-то увидел не то арбитр. В атаке уже Воронеж. Не реализована атака гостей. Не везет Воронеж чаще во втором тайме, чем хозяевам. Это сказывается. 26-21. Плюс 5. 13-я минута. Заканчивается Данил Галкин. Иванов приказчик. Самарский. Приказчиков Иванов. Наверное, хотят разыграть. Веденский. Иванов. Самарский.
арбитр руку падает. Приказчик. Иванов. Бросай, Дани, забивай! 27-21.
главное, без травм. Воронеж потерял в первом тайме Никиту Арефьева, ключевого игрока и капитана команды. Но здесь все нормально. Евгений Грибков появился на площадке. Ай, 2 минуты. Стас Токмаков получил 2 минуты, но в меньшинстве. Последние 24 в атаке Воронеж. Никита Долганов прорвался. Тоже опытный парень. 30 лет. В марте отпраздновал юбилей. Долганов сокращает немного разрыв. 29-25. Приказчиков Палащенко. Приказчиков. Палащенко. Бесхитростно Сережа бросил. Бесхитростно. И обороты у нас пустые. Кто это? Денис Паликов поразил. Я даже не увидел. Последний 26. Цена ошибки. Удаление после ворот. И минус 3. Это же более комфортно. Thank you.
круче, кто сильнее. Если бы турнир не добился, понятное дело, Пальма первый был в Воронеже, но... Личная встреча. Воронеж, честно, не забавил, но поделили очки пополам. Попов, прекращенный Фоманов. Ларин побежал на помощь. Попов, прекращенный Фоманов. Ну а бросать-то будет кто? Арбитр руку поднял. Стас, давай делай. Или ты, Денис? Просим капитан Данила Иванов. Но какой красотный Денис Иванов начинает. Даже если не спецзащитника. Воронеж в атаке вперед. Потеря у наших гостей. И есть возможность еще выйти вперед. Давай.
преимущество, которое было в середине второго тайма, было плюс 6. А вот это слабее ударили. Даже с потерей капитана Никита Арефьева. Воронеж собрался и выдал хороший, уже выдал хороший удар. Сократить на 1 из-за того. 4 минуты до финального свистка. 30-29. Выигрывает Талс. Ларин. Палащенко. Иванов. Палащенко. Надо забить. Все потеряно. Какая подряд у нас ошибка. Верит в команду, конечно же верит. И Воронеж верит в свою команду, и Волгоград верит в свою команду. Все верят в свою команду. Минус один для Воронежа. И они в атаке, и Николай Сорокин. Надо забить ребята в ответной атаке. Сколько можно тренировать голкипер? Наконец-то! Наконец-то это сделал Кирилл Гребнев. Я уже устал ждать. Не говоря уже о болезни. 31-29. 2,5 минуты до финальной серии. Пытался там вступить в перепад.
конца 15 секунд. 15 секунд. 10. Ларин. Иванов. Что увидел Артем? А, тайм-аут берет. Площадка непонятная.